нами в студии Михаил Сергеевич Андронов, президент компании «Русэнергосбыт». Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил Сергеевич. Спасибо большое, что вы к нам пришли. Вам спасибо. А поскольку бизнес развивается не только в одной стране, правильно, он и выходит за пределы какой-то вот одной территории, вот в частности, как складываются ваши отношения с иностранными партнерами, что происходит там, какие, может быть, какое развитие идет? Как вы знаете, этот форум, это форум, где партнером является Италия. А ровно 10 лет назад на таком же форуме, как и сейчас, итальянская компания Enel, это крупнейший европейский энергетический концерн, подписала соглашение о вхождении в нашу компанию «Русэнергосбыт» одним из партнеров. Прошло 10 лет, мы с ними вместе работаем. И хочу сказать, что 10 лет прошли не зря. Бывают два вида инвесторов. Один инвестор, которого мы называем пассивный, он вложил деньги и дальше ждет пассивно, когда к нему придет доход или дивиденды обратно. Есть другие инвесторы, которые нам приветствуют, и Enel один из таких, которые не только вложили деньги, поверив в российскую энергетику, в экономику России, но и принесли свои технологии, корпоративную культуру, умение работать. А так как реформа энергетики в Европе произошла примерно на 10 лет раньше, чем в России, то мы многие вещи, которые для нас еще кажутся новыми, уже были в Европе. Мы прошли их, и это позволяет нам как избегать ошибок, с одной стороны, так и смотреть на несколько лет вперед и работать над проблемами потребителей, которые они, может, пока еще даже не осознают, но мы понимаем, что они придут. Это и позволяет нам быть впереди. Вот так что иностранные инвестиции – вещь полезная, когда они делаются не только деньгами, но и людьми, технологиями, идеями, что мы всегда приветствуем. Что сейчас все-таки является основным конкурентным преимуществом вашей компании? Ну, вы знаете, конкурентное преимущество нашей компании является, на мой взгляд, три фактора. Первое – это наш итальянский партнер. Это технологии, инвестиции, видение завтрашнего дня. Второе – это, безусловно, мы единственная компания, которая работает в 69 регионах России. То есть мы закрываем все промышленно развитые регионы нашей страны. Другой такой компании, которая могла предложить работу федерального масштаба, в России пока нет. Ну и третье – это, конечно, наша команда. Мы трейдинговая структура, и для нас очень важно, чтобы у нас работали самые лучшие, самые передовые и самые активные люди. Наш коллектив – это третий наш компонент успеха. Понятно. Ну и вот, наверное, я задам сейчас уже заключительный вопрос. И вот, так скажем так, вот, финализируя нашу беседу, вот куда в нынешних рыночных условиях направлены основные инвестиции вашей компании? Вот как вы расширяетесь, куда вы смотрите, какие рынки и, может быть, сектор экономики являются для вас наиболее перспективными, привлекательными? Ну, вы знаете, здесь несколько моментов. Первое. Ну, вот в начале нашей беседы мы обратили внимание на прекрасный павильон, который построили в Петербурге. Также много хороших помещений, зданий, инвестиций сделано в Москве. Но Россия не кончается ни Москвой, ни Санкт-Петербургом. И наша задача, мы основные инвестиции вкладываем в наши филиалы, в региональную сеть, чтобы обеспечить уровень сервиса наших клиентов в любом регионе России не хуже, чем в Москве и Петербурге. Поэтому активно занимаемся этим вопросом и считаем, что за этим будущее. Наш потребитель должен получить качественную и дешевую электроэнергию в любой точке России. Спасибо.